Всем привет! Вы на канале Королевство вкусных блюд, с вами Ольга, и сегодня мы приготовим вкусный полезный крем-суп из тыквы. Также не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить другие интересные вкусные рецепты. Все ингредиенты и описание этого рецепта также вы найдете под видео. Давайте начнем готовить. Тыкву моем, очищаем, разрезаем на более мелкие кусочки и запекаем. Тыквы у меня немного больше, я оставшуюся тыкву буду использовать для приготовления другого рецепта – тыквенного печенья с вялеными мандаринами. Смотрите этот рецепт на моем канале, ссылку я оставлю под видео. В сотейник или в кастрюлю наливаем кипяченой воды, соль, морковь, картофель, лук и все варим. Когда сварилось, все добавляем запеченную тыкву и еще немного кипяченой воды и сливок. Также кладем базилик, немножко остуживаем и пюрируем. Вот такой супчик у нас получается. Подавать мы его будем с беконом и сухариками. Берем бекон, разрезаем на мелкие кусочки. Подготавливаем хлеб, разрезаем длинными полосочками. Кладем противень, поливаем оливковым маслом. Посыпаем базиликом и перемешиваем. Запекаем примерно 5-10 минут при температуре 190 градусов. Бекон обжариваем на сковороде с обоих сторон. Вот такой красивый у нас получился. В миску наливаем суп или накладываем. Кладем сверху бекон, украшаем мятой и подаем с гренками. Вот такая вкуснота у нас получилась. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, готовьте с любовью, живите вкусно. До новых встреч!